Добрый день, друзья, партнеры. Мы находимся в нашем офисе инновационного центра Вэйхая. Здесь проходит наша будничная жизнь. Здесь мы работаем над нашими моторами, которые ездят в наших мотоциклах, автомобилях. Работаем с нашими солнечными батареями, точнее, солнечными панелями, совместно с Henergy Glory. Здесь наша будничная жизнь. Как это все происходит, мы можем посмотреть не только в офисе, в нашем цеху. И давайте, наверное, пройдем в цех и посмотрим, что там происходит, как это все появляется, как это внедряется и как мы живем. Посмотрим нашу внутреннюю жизнь, чем мы дышим. Мы находимся в нашем цеху. Здесь происходят работы по доводке до конечной фазы наших автомобилей, наших мотоциклов с моторами DA90, DA90-100, DA112. Происходят настройки контроллеров, происходит сертифицирование, доводка до серийного производства. То есть то, что мы видим на первом плане, это наш солнечный автомобиль, который мы делаем совместно с нашим партнером Henergy Glory. О нем вы много уже наслышаны. Это самый большой производитель солнечных панелей в мире, вот, не только в Китае. Вот. И это наш как бы первый совместный проект с ними. Дальнейшие проекты вы уже видели в интернете по моим докладам. Вот. Дальше. Автомобиль, который мы видим здесь, готовится для рынка Азии, Индии с правым рулем. То есть, если тот автомобиль для европейских стран, для Китая, для России, для стран с левым рулем, то здесь для английских, как бы сказать, стран. На стенах мы видим нашу историю развития, начиная от Европы, Монако и движение с Европы дальнейшее в Китай. То есть мы пришли с Европы в Китай. Здесь наши первые экземпляры автомобилей, которые мы начинали работать с самого начала в Китае. Это Пикман, на котором установлен мотор DA100. Большой версии 7-киловаттной. И здесь мы подходим к нашим мотоциклам. Здесь вы видите Suzuki, то же самое как Cross, который сейчас доводится по дизайну, доводится до серийного производства. На них будут установлены крышки защитные. То есть будет уже идти серийное производство. Также мы видим солнечный трицикл, тоже мини-джип, который готовился для солнечных панелей. Это автомобиль, который проходит сейчас сертификацию. То, что мы видели, красный автомобиль P6 Plus. Это с той же серии, это тот же автомобиль. Только на нем сейчас ведутся доработки, чтобы выпустить маленький автомобиль, грузовой автомобиль для сервиса
delivery food, да, как сказать по-русски. Вот. И вот он в таком виде как бы будет уже идти на рынок. Здесь ведутся работы по скутеру. Вот, то есть это наша внутренняя жизнь. Здесь мы проводим доработку моторов, подгонку мотора с контроллером. Также работаем с нашими партнерами, которые тестируют работоспособность наших моторов. Вот. То есть это тем, чем мы дышим. Так что это наши первые шаги. Вот, дальнейшее развитие вы будете наблюдать. И, надеюсь, вы будете всегда с нами и видеть, что мы делаем.